русский Black Knight. Сейчас, а этот... Ну, толпа труперов этих. С топорами. Разносит пиццы. Ну, 75 хп у этих. Их даже больше, чем у нас. Я думаю, что это армия, это короче. Отряд. Армия. Этих понятно, что. Огры и толпы всех фейс. Ну этого нету ничего, но может крушить стены. Можно помнится вклиниться, ну. Ну, видимо, пока отойти. Если бы вот эти сожрали этих, хотя бы какой-то монстр отряд сожрали. Вот с ней повоевать. Но опасно, пока эта штука не ушла, она может вернуться. И нам вряд ли через горы, чтобы они так далеко ушли. Ага. Ну и тут может большой город и большие быть. Ну дефенс большой, может он окажет. Сколько у нас в отряде? А, ну вот этот гриф один, ладно, мы его пошлем к эльфийскому городу, чтобы узнать, какой эльфийский город. Что там? Вот и золото. Ну гриф более поворотлив. И в бою он может что-то там. У нас еще тур. И рестора с 15 хп и 15. Ну квик дашь. 30. Булдер дашь. 50% момента еще цели. То есть она походила, побила, можно восстановить еще куда поделить. Это супер штучка такая. А этот у нас трудный город где? Вот этот если есть трудный город. А что ты сюда? Сюда уже. Так, а что? Ну тронный город. Да ладно, был производить. Шесть туров, а тут как-то будем исследовать. О, можно гриф глянуть. Может даже хватит. Стром. Йоксин. Тролли этих можно отдалить, но у них восстановление 20% от хп. А это дред спайдер, ну типа мертвяк какой-то. Тем не становится. А что он дает? 10 знаний, но не скоро. А вот он. Нужен сразу рефузик кемп. Еще людей. А тут гномы. Ну с бардами веселее, можно любых, кто подходит. Но почему-то в тавернах, когда мы играем рыцарями или кем-то где-то. Он не будет. А, такие есть. Это здесь посерьезнее, если не ворваться. 8.
12.36. Второй. Unholy чемпион, типа, не святой. Ну и святой. А этот ядовитый синтез. Так. В сторону мы можем. Типа на краю скалы. И здесь мы вернемся. Но исчезает эти гниды. Ну и кто-то уходит. Не к спеху. Twin Peaks, Shadow Empire, Сандра, Солнце. А кто еще? Что еще? Ода какой-то. Ну, нам выгоднее освободить этот трейдинг-пост. Торговый пост. Плюс 20 золота. Использовать тарана и... Ну, подождать, пока население подрастет. Мы сейчас заберем там поселенцев, пока их эти не сожрали. Но они как бы не едят. Ну, кто знает. Пускай сейчас они едят просто. А в реале их. Ну, едят. Ну, грифами классно, если их не сожрут. Грифы дорого, мы даже в развитии игры там столько, ну, имеем 3-4 грифа, а их сейчас 2, ну, то есть половина максимум. Ну, сейчас это будет ходить. Ну, будем надеяться, что пока не имеем. Может, зря, может, надо стены было ставить. Сейчас тебе вылезут где-то. Ну, и там... не скоро будет. Все, говорит, новый ресурс. Ну, готово, дашь. Вот Rain of Poison Blitz. Ну, такая муть. 20 там урона. Ну, хорошо иметь, но ждать 4 тоже будет. А тут сколько? 15. Тут против машины вообще не действует, но это то же самое, но против машины там, против физики. Ну, против бронированных дают. На 4 тура. Зефир какой-то бёрт. Ну, не какой-то, а это птичек призывает. Но это не разведчики, как там, 3 тура. И 7 туров, ну, 7 туров долго. За 7 туров у нас плюс 20 еще, плюс 40, точнее. Ну, реальных 40 магии. И колдовство. БС плюс 300 по 5 маны. Против, ну, мораль для похода. Ну, для похода еще такой поход. Мы же прибыли. Можно это скалдрелла каких-то. Продюс Барт. Ну, все равно это деньги. 3 плюс еще сколько-то надо. Что-то качнуть. Город плюс 300. Ну, это как-то, допустим, можно захватить тогда 300, но требуется 40, как нам эти кинжал 40. Можно вот этот, ну, даже как раз через 6 туров битва будет. Плыть у нас не надо, плыть пока что. Ну, надо, конечно. Production of Fregat Ship, несите весь Эх Харбор, если у вас есть 300. А вообще так они, ну, так садятся на воду. Вот на Таджер.